От имени главы города-курорта епископа приветствовал председатель совета Леонид Кочетов и замглавы Валерий Королев. Его преосвященство принял участие в богослужении. По окончании молебна он обратился к молящимся со святительским словом, в котором поздравил прихожан и гостей храма с престольным праздником. Анапчане очень тепло приветствовали владыку и, в свою очередь, желали доброго здравия, благополучия и духовного процветания новороссийской епархии.